Итак, всем здорово, короче. Дочитаю серию видеороликов, их будет не очень много, но будут, про производительность новой конфигурации модапака. Вот, первым Battlefield, потому что, в том числе, потому что в последнее время просили меня сделать видео по нему, по сетевой игре. Я особо в нее очень мало играл, короче, до этого, потому что тормозил нещадно. Вот. Кто, короче, спросит, блядь, почему снимаю на камеру, сука, тому с ноги уебу, блядь. Так, настройки, детализация, качество текстур, блядь, высокая, нахуй, детализация высокая, блядь. Теней средние, ну ладно, давайте попробуем высокое, блядь. Ну все остальное пиздато. Хуй знает, тут нету применить, короче. Блядь, даже непонятно, они применяются, не применяются. Тут вроде осталось, ну блин. Текстура тут позорная, ну не суть, мы смотрим чисто на FPS, короче, вот это самое главное. Карту я специально такую выбрал, потому что местные, когда вот джунгли, это самые красивые тут карты. Лучше всего картинка выглядит. Вот. Когда установил, короче, все, стал играть, блядь, столько кайфа стал получать от этой игры, потому что, как я сказал, до этого тормозило, было 20-30 FPS. Иногда чуть ли не до 15 просадка. А тут сейчас, вот, например, смотрите, это сервер большой, то есть тут 16 на 16 или что-то такое, блядь. Вот сейчас вот 60, ну вот так вот, блядь, 90 FPS, вот так вот тоже 100 FPS. Короче, в основном где-то сотка, иногда 80, ну может иногда там 70-60, и то редко, в основном вот 80, либо больше. Вот, поэтому все очень сильно супер плавно. Единственное, что мне не нравится, иногда вот нет все равно плавности, иногда вот как-то вот, не знаю, блядь, такой эффект, когда ты слишком быстро поворачиваешь, как-то картинка немножко не так сдвигается, блядь. Вот смотрите, вот, блин. Когда бежишь, вот эта вот прямая полоса, она, блядь, как-то, она становится, короче, не прямой. Это когда очень много FPS, вот такой эффект, короче, есть. Вот она как бы мелькает и такой непрямой как-то, блядь. Ну ладно, это не суть. Короче, дохера FPS, поэтому очень приятно стало играть. И вообще возможно стало играть, потому что когда низкий FPS, блядь, все лагает, тебя убивает только так. И вообще, и чувствовалось, блядь, мне понравилась эта игра. Я весной попытался играть, короче, но вот из-за этого плюнул, да и времени не было. А сейчас прям подсел и стал достаточно много играть. Ну не так, как задрот, блядь. Но, короче, по моим меркам много, в общем. Вот, уже открыл пару винтовочек различных. Смотрим FPS, вот сейчас 70-ка. Блять, он его, сука, починил. Блять! Пизда рулю. Ладно, хуй, я не ожидал, я просто сейчас сосредоточен на обзоре, поэтому я как бы не смотрю. А, вот смотрим, продолжаем, чисто на FPS зырим, как бы, да, то есть вот сейчас, смотрите, в кадре много всего, скажем так, ну, по местным меркам. И вот сотка FPS, то есть на видеокарту здесь нет никакой нагрузки на самом деле, потому что графика, она консольная. И как бы картинка, она приятная, прикольно играть, но от этого не думайте, что я сейчас скажу, бля, пиздатая графика. Она такой и осталась, тут вообще что-то позорные текстуры какие-то. Это все позорно, в общем, выглядит. Но за счет того, что все равно достаточно технологичная игра по сравнению с Контрой, блядь, Квакой 3, получается... Вот так вот можно все разбивать, блядь, при этом FPS не падает, вот он 70 где-то. Вот, по частице вот до хера идет, и все равно FPS охуенный. Это все очень прикольно, блядь, очень классно. Я же говорю, что моя видеокарта на самом деле очень крутая. Так, короче, супер приятно играть. И как я уже сказал, эти карты самые приятные, когда джунгли, потому что они самые красивые, а тут много... есть еще довольно-таки неплохие, это где города, и там много построек, но именно, блин, я не знаю, я их пока что не выучил, все карты, как называется. Вот, и тоже хорошие, но нигде пустыня, вот есть такие с пустыни, или где здание, но тоже пустыня. Вот это вот мне не нравится, короче. Потому что пустыня сделана очень хреново на самом деле.
очень неправильной гаммы, и это хрен, в общем, хреново, короче, выглядит. И мне, ну не то чтобы совсем не нравится, но, скажем так, вот эти вот карты гораздо лучше. Плюс здесь детализации больше, потому что много деревьев. Деревья здесь не самого лучшего качества, опять же, но, блядь, это лучше, чем пустыня ебаная, квадратная и не очень много полигонов. Вот. Надо еще будет в Call of Duty зарулить. Я еще не заигрался, посмотреть, как будет выглядеть на новой конфе приятно, насколько приятнее и так далее. Вот мы видим FPS 60-ку показывает, вот так вот 90, и это дофига игроков, вот тут текстура позорная. То есть, блин, просто реально, реально другой это, как его, другой кайф как бы получаешь. А раньше вообще даже кайф не получал. Еще хочу сказать, что на самом деле даже на тот момент, к сожалению, вот сейчас вот я смотрю и понимаю, что даже на тот момент я выбрал неправильный проц. Я думал, его хватит, потому что тогда еще обсуждалось, что даже двухъядерный может, блядь, не нужен, но я знал, что он нужен. Вот, но сейчас понимаю, что уже там появилось много игр. Ну не то, чтобы много, вот GTA 4 уже была, то есть я купил и уже была GTA 4, и она, как мы знаем, на двухъядерных она охуенски тормозила. Ну, может быть, только какой-нибудь E8400, блядь. Ну, такие вот были самые быстрые двухъядерные, на них, может, еще она катила как-то, а на таком она, в общем, тормозила охеренски. Ну, и не только она, потом много чего понавыходила, и фактически я с этим процом, ну, фактически мучился. И я вот много очень роликов отрендерил, 700 роликов, блядь, и я сколько, прикиньте, время на этом потерял. Если был бы быстрый проц, то я бы гораздо бы это все быстрее делал. И, ну, денег бы я не хотел на тот момент много тратить. Я и так на тот комп потратил больше 30 тысяч, даже на такой, казалось бы, стрёмный. Потому что я его полностью с нуля покупал, там и монитор, и все, как бы. Ну, в 30 тысяч это с монитором ходит, но, блядь, хули, это же, блядь, не оправдание, я теперь не должен, блядь, за 40 или 50 тысяч покупать, вот. И на тот момент это было, я считал, оптимально. Ну, оказалось, что... Ну, я же не знал, что я этим займусь, тем более, вот. Но можно было бы, я так сейчас думаю, четырехъядерный купить. Я на самом деле думал об этом, атлон купить 610 или какой, блядь, 640-й. Но, блядь, что-то показалось все-таки дороговато, и, короче, блядь, и не купил, вот. Так, посмотрим другую карту. Вот это как раз та, которой я сказал, что другой тип красивых, но не джунгли. Это когда такой городской пейзаж и много застройки. Вот, здесь вот, если говорить про пустыню, то она вот такая, вот, видим, стрёмная, да, то есть, ну, хреново это все выглядит. Вот, но зато домики как бы достаточно высоко детализированы, особенно с такого расстояния. Вот мы видим 60 FPS, это тоже достаточно большой сервер. Вот, все летает, короче. Я вот все воскресенье, я хотел там, на самом деле, уже в воскресенье все выложить и сборку компа, и это. Но, блядь, меня что-то заебало, что я много уже роликов выложил. И я как-то подсел на эту игру, я все воскресенье практически проиграл. Вот. Проиграл. Потому что очень понравилось, когда вот, блин, вот прям реально летает, прям настолько гладко, все супер. Просто другой FPS не нужен даже. Вот 70 FPS, прям, блин, офигенски, в общем, выглядит. Еще раз повторюсь, когда я говорю офигенски выглядит, это не значит, что супер крутая графика, это как бы, блин, ну, скажем так, но другого-то особо ничего и нету, да, то есть если говорить Кризис, да, в нем лучше будет графика, но там, сами понимаем, геймплей как бы похуже, поэтому он не в счет. Вот. Я, в общем, играл, играл, и потом еще тоже поиграл, и вот сейчас все-таки дошли руки выкласть. Вот тут смотрим, продолжаем, прежде всего, FPS палить. Я особо об игре не буду рассказывать. Может, потом сделаю, а может, и не сделаю видео обучалку. Сам еще не все, короче, знаю, поэтому, ну, основное, блин, много уже чего узнал, но как бы для того, чтобы все узнать, нужно много играть, чтобы все открыть, потому что многие вещи тут просто надо открыть, и для этого много играть, и а не пощупав, ты как бы точно не сможешь ничего утверждать и так далее.
Геймплей достаточно разнообразный в игре. По сравнению с Контру, это, конечно, прорыв. Но, с другой стороны, такой геймплей уже был. Вот, например, я в Battlefield 2 играл в 2000, блядь, пятом году или шестом. В принципе, с той поры не так уж и принципиально много изменилось. Ну, изменилось, наверное, но, блин, там уже был как бы прорыв, да, то есть. А потом уже меньше. Вот. По сравнению с Call of Duty, конечно, геймплей тоже гораздо круче. Но опять же, в Call of Duty я еще буду играть, потому что я до этого поиграл, но опять же на тормозной как бы конфе и не очень много удовольствия получал. А сейчас поиграю и посмотрю, что будет, если на нормальной конфе. И более уже как бы скажу, так сказать, еще более обоснованно. А так, в принципе, я, конечно, считаю, что Call of Duty серия, она более аркадная. Но это в основном все согласны, кроме, естественно, фанов Call of Duty. Фаны-то оно понятно. Вот, все, блин, плавно, круто. А, ненавижу, что в этой игре все время кто-то со спины бежит, вот, блядь, все время догоняет, сука, вот никогда не отпустит, блядь, все время, сука. Ну, вообще, вот, читер, наверное, видели, он прыгнул, и меня прям из пистолета с одного выстрела, прикиньте, из пистолета с одного выстрела, я тут, блядь, пол магазина, нахуй, в них выпускаю, они дохнуть не хотят, а он меня в прыжке с одного выстрела. Вот. Задрачивать особо не собираюсь, как я уже сказал, потому что есть задрот, который в день по 3 или по 8 часов играет, и каждый день вообще. Но это в основном, наверное, америкосы. Ну и в России, наверное, такие люди есть, но в основном, конечно, я думаю, фрики такие, америкосские, короче. Я до такого, естественно, не буду, чтобы столько времени тратить, но как бы, в общем, прикольно играть. Вот, к примеру, если с World of Tanks сравнивать, совершенно разные жанры, World of Tanks он уже заебал. Он такой задротский, в общем-то. Блять, вот что меня в этой игре бесит, что когда ты скрылся и кажется, что тебя не видно, тебя все равно убивают. Вот хуй знает почему. Во всех играх, если ты. Ну, блин, я вот много в Киев, да во все играл, да, считайте, вот, к примеру, в Контре, ты если вот так вот спрятался, блять, в тебя нельзя попасть, короче. А тут все время ты. Именно ты за склоном, за камнем спрятался, не за чем-то картонным, а за таким серьезным. И тебя все равно всегда убивают. Это я не понимаю в этой игре. И в любом случае, даже если выглядывает, у тебя там 2 сантиметра, блядь, выглядывает. И тебя гасят вообще легко. Вот это вот меня бесит реально. В игре, короче, очень сильно, не знаю. Надо будет еще спросить, что другие люди по этому поводу думают. Но меня это заебало. Уже очень много раз меня так убивали, когда, блин, ну спрятался я реально. И хуй, короче, достают все равно. Блять! Я играю не командой, поодиночке. В принципе, здесь лучше команды, конечно, играть. Но чтобы команда играть, лучше, чтобы это были твои знакомые. Потому что пытаться сплотиться непонятно с кем, это может получится, а может не получится. Но лучше как-то с друзьями, не знаю уж, как скооперироваться. В общем, весело играть, открываются новые пушки, прикольные. Перки какие-то открываются. Блять, вот сука, с одного выстрела. Но это он у меня еще, по крайней мере, снайперки. А я в него выпустил 2-3 пули, наверное, попал, короче. И он бегает, как ни в чем не бывало. Ну, конечно, игра тоже достаточно аркадная, что и говорить. Просто она, скажем так, Call of Duty, просто геймплей у него менее продвинутый. Менее распространенный, нежели в этой игре. Блять!
Сука, вот я ненавижу этих, блядь, с пулеметами ебаными. Ну, в общем, уже думаю, понятно. Хватит, короче, записывать. Можно было бы на другой карте, но я просто, блин. Карты примерно по производительности, они, считайте, одни и те же. Их, наверное, специально как-то оптимизируют, скажем так. И. Ну, конечно, какая-то покруче, какая-то более слабая. В основном это от растительности зависит. Чем больше растительности, тем формально должна быть ниже производительность. Но здесь достаточно много растительности, хотя и не лес, как бы. Вот. Везде FPS такой. 70, ну минимум, считайте, 60. Даже просадок, ну даже до 40, в общем-то, не видел. Может, иногда и бывает, ну не знаю, короче, когда бывает, когда не бывает. А в основном там и 80, и 100 FPS. Смотря где, опять же, как бы. Вот. Поэтому, блин, ну, все очень круто изменилось. И если выбирать вот. Ну я же знал это, я не с бухты-барахты, я специально менял проц. В основном не столько ради игр, хотя и ради игр тоже, сколько, чтобы еще рендерить быстро. Вот, а видюху, я считаю, и это очень сильно хватает. И сейчас тратить деньги лучше подождать немножко, и они немножко и подешевеют, и что-то другое, может, выйдет покруче. И как бы куплю. Блять! Ну, в общем, супер. Не знаю, как люди фаны. Наверное, у всех фанов этой игры обязательно должен быть хотя бы четырехъядерный. Но сейчас-то понятно, они недорогие. А интересно, знаете, вот когда она вышла, это было начало 2010-го. Как люди обходились, потому что тогда это все было дороже. Ну, с одной стороны, если фаны, а с другой стороны, блин, фаны, они не обязательно обеспечены. И на тот момент четырехъядерный прос покупать, тем более не всякий четырехъядерный нормальному. Ну, может и всякий, блин, но, к примеру, тот же Атлон, самый дешевый, это же Атлоны, 630 и так далее, 620, какие они там. У них, наверное, значительно меньше FPS, может быть, даже. Ну, не знаю, ближе к двум разам, то есть там, может быть, и 30 FPS просаживаться. Ну, где-то, наверное, 40-50. Но вот даже вот тут вот 70, а так-то так, ну, думаю, 30-40, наверное, мне кажется. Блять, а, пиздец. А при этом это просто еще не разогнано, а его еще до 5 ГГц можно разогнать. Он, по идее, в турбобусте, по-моему, 3,8, что ли, или что-то такое разгоняется, но до 5 еще можно разогнать. И мне это, конечно, не нужно пока что, я для прикола разгоню, но как бы вряд ли я с этим буду особо. Скажем так, в постоянном разгоне он у меня точно не будет, просто это реально не нужно. Игры и так будут все летать, а. Блять! Игры и так будут все летать, к примеру, рендеринг, ну, будет он там на 10% быстрее, это не очень принципиально. Ну, вот такой, короче, видос. Пока. Ждите следующего видео, оно будет вряд ли сегодня или. Ну, я не знаю, что, когда я выложу запись, может, я с утра выложу, а может, сейчас. Короче, будут еще различные игры, я не буду открывать секрет какие, но, естественно, они будут все тяжелые, да, то есть. Я не буду запускать Counter-Strike 1.6 и так далее. Это будут самые требовательные игры, на которых я как раз обламывал зубы в предыдущих, так сказать, с предыдущим процом. А таких игр, ну не то чтобы много, но парочка была, которые я обязательно сделаю видео. Вот. Также не стоит писать, сделай видео на ту игру или на ту. У меня как бы в уме уже есть список и. Очень маловероятно, что выходит даже 20 человек, если скажет, сделай обзор вот на эту, я так сделаю. И наоборот, вы можете сказать, сделай обзор на эту, а я и так планировал, поэтому я и так сделаю. Поэтому, в общем, лучше не советуйте, это, скорее всего, как бы не будет иметь никакого, в общем, значения, потому что у меня, как я уже 100 раз говорил, у меня есть различные, все идет по планам, поэтому я не могу, блядь, к примеру, сейчас делать 50 вот таких вот роликов, да, то есть. Я сделаю сколько-то сейчас, несколько. Потом, возможно, прекращу. Потом еще, может, сделаю. Может, какая игра выйдет требовательная. Из новинок я сделаю. Или иногда я буду такие делать, короче, вот.
Кроме того, хочу сказать, что я вот еще не помню, блин, сказал или нет. Вот опять, блядь, СУ... А, нет, СВУ. А, что я с этого начинал, я вот именно первые мои видео именно такие были, как бы в этом была идея. Идея суперская, в общем-то, и сейчас вот я этот ролик делаю, я считаю, что он, в общем, достаточно полезный, как бы. Блин, супер, даже не хочется выходить, сейчас придется зарендерить и потом продолжу играть. Battlefield, конечно, суперская игрушка. Но только с нормальным процессом. Ну, сейчас, как я уже, блин, сказал, что сейчас не обязательно именно такой процесс. Можно, как бы, блять, вот сквозь стену убили. А можно покупать гораздо... более дешевый процессор, и все равно, наверное, будет приличный FPS. Ну, 40-50 FPS будет. То есть, если какой-нибудь i2310 или там... Ну, фактически, это единственный, который более-менее быстрый и в то же время дешевый. А четырехъядерные, они в основном либо дорогие, либо отстойные. Ну, если от Intel говорить. А если от AMD, то, блин, ну, это как хотите. Там, выбирайте, мне пофиг. Просто, к примеру, среди топовых процессоров сейчас Intel однозначно рулит, и как бы AMD просто сейчас сосет. Блять. Ну вот, короче, пока.